Всем привет! С вами я, Галя Габана. Да, Георгий. Да, узнала. Да я оговорилась. Я имела в виду Роман. У меня бывает такое, я имена путаю. Знаешь что, Эдик? Пошел в жопу. Переведи. Олега, ну зачем так говорить? Я всю ночь ехала, сидя, чтобы укладку не помять, как у Памелы Андерсон. Все, давай. УВД района Раменский, лейтенант Руднева слушает. Мне кажется, что кроме нас тут еще кто-то есть. Знаешь, какая-то сущность потусторонняя. А как ты объяснишь то, что у нас каждую ночь срабатывала сигнализация? А травмы? Ты же сама помнишь, на Тамару упала люстра. Люстра, Карл! Да ладно! Я так и знала, что она заразится этим лохопедством в своем портале. Такая же ерунда и с Танечкой происходит. Всей семьей попали в психушку. Вот, в этом ее и проблема. Да ты читай, читай. Волосы дыбом. Она, короче, после этого тренинга пошла вечером в бар, и ей 17 коктейлей купили. Прикиньте, 17. Ну и что за вечер? Без бокальчика старого доброго пиногриджио. Третьего по счету. Так, консомейза ленины, салат, бизнес-ланч, 4 бокала пиногриджио. Олег, а что это за 200 граммов водки? Я сейчас сгоняю в церковь. Надо все здесь осветить. Я учусь на кондитера, заканчиваю кулинарную школу РАГУ. Дорогие подписчики, а сегодня у нас рыбный день. Тебе пиво с собой? Меня вчера Кирилл бросил. Должны были заявление в ЗАГС подать. Я уже как собака замерзла, стоим на одном месте. Я знаю, что делать. Внимание всем постам! Руки вверх! Сопротивление бесполезно! Блин, даже я уже передумал, застрели ее, а! Напрасно все, как приговор на смерть. И сложив крылья, ангел исчезает. И лишь потом поймешь, что ты один. Нет больше ангела. Никто не прикрывает. Девочки, как вы думаете, виски можно после вина?